Мы продолжаем беседу и узнаем секреты развития, подводим итоги. И очередной гость в нашей студии Мария Кравченкова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Как развивается ваша категория? какие секреты можете нам раскрыть? О чем рассказать? А в управление моего департамента входит широкое разнообразие категорий от консервации кормов для животных до функционального питания. И с одной стороны, если покупатели активно уже включаются в молодой для российского рынка сегмент функционального питания, это продукты без сахара, без глютена и всевозможные другие функциональные продукты, то с другой стороны и сладкоежки тоже не сдают своих позиций, и все, что связано со сладким удовольствием, тоже стабильно растет. Не может не удивлять и темп роста кормов для животных. Питомцы остаются очень важными для наших покупателей. Если говорить все-таки о развитии да, взаимоотношений в том числе, здесь хочется затронуть поставщиков, чего ждать от них, чего бы вы от них все-таки хотели добиться, чтобы услышали. Ну, от наших партнеров прежде всего мы ожидаем поддержки в дифференциации, как в ассортименте, так и в коммуникации с потребителями. За последние два года мы а, выпустили и привезли с других рынков десятки эксклюзивных продуктов. Мы впервые на рынке выпустили совместный продукт а, с одним из лидеров мирового рынка кондитерских изделий в кабрендинге с нашими скрипешами. А, нам удается вовлечь а, в разработку эксклюзивных товаров и самых консервативных а, представителей индустрии. Хочется сказать спасибо всем партнерам, кто уже вовлекся в процесс. И с удовольствием пригласить тех, тех, кто еще не решился. Производство а, а, эксклюзивных товаров ⁇ это большой и важный шаг. Но без правильно выстроенной коммуникации потребитель никогда не узнает о новинках. Поэтому огромное спасибо всем партнерам, кто это понимает и поддерживает эксклюзивные запуски 300, на 360 градусов. И ТВ рекламой, и рекламой во всех альтернативных каналах. Это действительно очень важно для совместно успешной реализации проектов. Наверное, все-таки хочется про вызовы с вами поговорить. Постоянно нужно следить за тем, что происходит, да, идти в ногу со временем. А, с чем справились? Да, с какими вызовами сталкиваетесь? Ну, на самом деле мода на еду меняется так же интенсивно, как фэшн-индустрия. И новые вкусы, так же как новые лекала, появляются в каждом сезоне. Поэтому наша задача своевременно предоставить покупателю возможность приобретать эти сезонные вкусы. Как мы решаем эту непростую задачу? Для решения этой непростой задачи мы обмениваемся экспертизой с лидерами рынка в каждой категории. И мы уже начали выступать инициаторами запуска сезонной продукции. Здорово. Ну и, наверное, финальный вопрос. Какие дальнейшие планы у вас по категории? В двух-трех словах буквально. Да, мы, мы уже проделали большую работу по изменению ассортимента в соответствии с трендами и предпочтениями покупателей. И, конечно, мы продолжим предлагать новые продукты в каждой из категорий. Мы продолжим учитывать локальные предпочтения и будем продолжать радовать эксклюзивами. Спасибо вам огромное. Я желаю вам доходности, естественно, много покупателей, и чтобы все, что вы делаете, все эти новинки, они высоко ценились. Спасибо большое.